Я Георгий Бущан, игрок футбольного клуба «Динамо Киев», и я поддерживаю проект «Жизнь в стиле эко». Ведешь здоровый способ жизни, так или нет? Да, я стараюсь вести здоровый образ жизни. Стосовно того, что ты пьешь, чи багато ти п'єш води, в принципі, за день? Бо спортсмени ж, вони ж мають пити багато води, да, так? Я стараюсь пить очень много воды, и бывает такое, что на ночь выпью очень много воды. Утром просыпаюсь, у меня глаза опухшие, но я думаю, что это не из-за качественной воды. Если я, например, скажу, что есть заклад с очищенной водой, да, и заклад, который не использует качественные фильтры, ты выбираешь той, который... Якісний. Якісний. Конечно, потому что я за своим здоровьем слежу, и для спортсмена в первую очередь главное здоровье. И если у меня все хорошо со здоровьем, тогда я буду полностью выкладываться на футбольном поле. Але зараз є багато таких ресторанів трендсеттерів, ті, які впроваджують нові технології, і як на мене, саме вони задовольняють потреби громадян, тому що ми стали більш прискіпливі стосовно того, що ми їмо. Я думаю, більше молодіжь сейчас такая стала, тому що вони знають, вони бачать, як можно жить хорошо, и поэтому у нас молодежь развивается и развивает такие кафе. Ну, я, например, в мене, якщо є позначка eco-friendly, це вже 70% того, що я туди зайду. Угу. І в тебе ж є донечка. Є, да. Вона ходить в школу чи садик? В садик. В садик. Да. Зараз насправді є велика проблема, бо не всі дитячі садки, не всі вони оснащені саме цими питними фонтанчиками. Угу. Як там у вашому? Ну, у нас садик новый, он развивается, и, конечно, руководители садика стараются, чтобы наши дети питались здоровой пищей и принимали очень хорошую воду. Я тоже за это переживаю, потому что это мой ребенок, и я хочу, чтобы она была здоровой. А в принципе, чи задумався ти раніше стосовно того, стосовно екології? Тобто, що таке екологічно чисте життя? Раньше я об этом не задумывался, так как я считал, что у нас очень экологически развитая страна. У нас одаренная страна и земля, в принципе, на Украине, да. Но часто, так как я бываю в Европе, я наблюдаю, что происходит там и как они следят за этим. Скажи мне так наостанок, что, в принципе, для тебя життя в стиле эко? Это качественная еда, вода, и если ты вживаешь, так сказать, все качественное, тогда твой организм тебе этим платит. А так как я спортсмен, он мне дает здоровье и энергию для того, чтобы я мог работать и добиваться успеха.